хочется, нет. Дайте мне вина, ну дайте ж пачку сигарет. Представляем составы играющих команд. Наши гости — команда «Родина», город Киров. Форма команды белая. Номер 77 Евгений Перевозчиков. Номер 15 Дмитрий Евтюшин. Номер 26 Иван Бойко. Номер 21 Игорь Ларионов. Номер 35 Денис Половников, вратарь команды. Номер 3 Дмитрий Черепанов. Номер 18 Алексей Киселев. Номер 25 Леонид Бедарев. Номер 52 Денис Катков. Номер 6 Александр Потяшин, капитан команды. Номер 1 Вадим Лямин, вратарь команды. Номер 3 Антон Рычагов. Номер 7 Александр Гаврилов. Номер 10 Евгений Яковлев. Не чистили.
победа, да, Серега? Торпеда, блядь. Да ты че? 18 номер. Молодец какой. Смотри, сколько значков у него. Болельщик. Торпеда. Молодец. Заинтересовался, Бенди. Ты видишь, сколько у него значков, блядь? Вся грудь извешена. И ну кого? А вот болельщик. Шляпа. Шляпа у него, посмотри, такая же. Болельщик с торпеды пришел. Он на той трибуне стоит. Пизды, да. Это посмотри, какой, как это. О! Ножки-то дрожат, ножки дрожат. Да, что-то мы расстраиваемся. Нормально все. Ну, подумаешь, проиграем. Контратака, очень острый контратака. Во! 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 Правильно сказали, не думать надо. Дениса Котова, номер 52-й. Саня Потяшин, молодец. Мяч. Ворота команды «Родина» забил Александр Потяшин. Номер 6-й. Еще пошли, ребята! Блять, Женя, блядь, куда ты нахуй? Ну что ты, Кевер? А никто не подсказал? Да, да, горишь ты там, ну, там сзади рот тебя, чуть-чуть. Красиво. Стой, команда, старт.
все спокойно ушли. Конечно, и даже мы никому уже не били, но 4-2 нам поставили. Последняя минута матча.